Друзья, давайте наберем на этом ролике 1500 лайков. Как только набирается 1500 лайков, я сразу же выкладываю ссылку на скачку данной модификации в описании. И также, друзья, не забывайте, что каждый ваш лайк меня мотивирует. Поэтому, друзья, ставьте лайк. Всем привет, друзья! С вами я, Жека Гос, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на мега крутой мод, который добавляет в GTA 5 Скорпиона из Mortal Kombat. Ну что ж, друзья, я думаю, каждый из вас знает этого мега-героя, потому что он очень популярен. И вообще, ребятки, я был очень рад, когда увидел, что этого героя добавили в GTA 5, потому что эта моделька, она просто шедевральная. Вы посмотрите на все эти детали. Все прорисовано просто до мельчайших частиц. Я не знаю, как автору это удалось сделать, но сделал это просто потрясающе. Ну что ж, друзья, собственно, я думаю, вы уже заметили, что по некоторым из, допустим, даже по шагам или по прыжкам, этот Скорпион смахивает на Халка. И да, ребятки, здесь стоит, собственно, основа, можно сказать, Халка, потому что, ну, он также прыгает, также бегает, иногда издает такие же звуки. Да и, в принципе, схема боевки здесь практически такая же, но, конечно же, да, это все выглядит по-другому, потому что это у нас Скорпион, и бьет он по-другому, и некоторые другие вещи делает по-другому. Все-таки, я думаю, друзья, вам будет интересно посмотреть на этого мега героя. Я надеюсь, что для него добавят свою собственную, так сказать, систематику ударов, там, прыжков и тому подобного, потому что это просто будет потрясающе, серьезно, ребятки. Ну что ж, давайте мы с вами попробуем за него что-нибудь натворить в Лос-Антосе. Я вон уже вижу офигенное столпотворение машин, куда можно просто вот так вот взять и пульнуть другую тачку, чтобы все нахер взорвалось. О, да, ребятули, вы посмотрите на это. И вот, кстати, он заорал, как Халк. Ну ладно, будет упорото и смешно, друзья, согласен. Но это охрененно. Вот так вот. Потрясающе, просто. Ты что там кому факт показываешь? Держи! Офигенно, ребятки. Это просто охрененно. Давайте вот так вот просто все. Просто в боулинг играем. Вот так вот. Держи, блин. Охренеть. Вы просто посмотрите на это. Да, просто явился Скорпион из самого центра ада. Ребятуля, также хотел бы вас предупредить, что сейчас в моей группе по прокачке ваших персов GTA Online проходит конкурс, в котором вы сможете выиграть GTA 5 2000 рублей на Kiwi и CSGO. Также, ребятки, сейчас там появился новый, просто нереальный пакет под названием «Криминальный авторитет», который стоит просто копейки и сочетает в себе все самые, просто самые крутые функции. За всеми подробностями, друзья, обращайтесь в мою группу прокачки, ссылочку на нее вы найдете в описании к ролику. Там кто-то уже мертвый сидит, я обгоревший. Ладно, давайте вот так вот. Отлично. Ребятули, это потрясающе. Вот так давайте машину. Бах! Полетело! Ребятули, это охрененно. Серьезно, я не знаю, просто качайте нафиг этот мод, устанавливайте и наслаждайтесь этим. Кстати, друзья, если мы наберем с вами 2000 лайков, то я запишу за Скорпиона батл с каким-нибудь из героев. Например, с Бамблби. Ты чё, охренел? Ни хрена себе! Пожарный, вы видели это? Просто взял и напал на меня? Твою мать! О, кстати, давайте вот этот запустим куда-нибудь, джипик огромный. О-хо-хо-хо. Ребят, это просто потрясающий мод. Я не знаю, я офигеваю с него. Вот так вот по этой сраной скорой помощи. Давай еще раз. Дуж, вот так вот. Можно, кстати, сделать вот этот вот халковский удар. Ну, вот так вот. Дуж. Ну, конечно, да, это немножко не то, что хотелось бы, но пофиг. Пусть будут скиллы от Халка, все равно это будет выглядеть охрененно. Ребят, просто вы посмотрите на это. Просто хаос. Мы просто уничтожим нафиг Лос-Сантос сейчас с вами, ребятки. Просто нафиг уничтожим. Ни хрена себе. Твою мать. Это потрясающе. Так, давайте мы с вами заберем эту тачку и скроемся. А, нельзя с ней улететь. Ну, блин, обидно. Ладно, тогда давайте побежим отсюда. Мы тут с вами достаточно... Да ты куда едешь? Ну-ка стоять. Давай-ка обратно. Нельзя отсюда уезжать. Вот так вот. Да, ребят. Ну все, побежали, короче, туда. Я думаю, сейчас скорой помощи полицейским и пожарным здесь надо будет многое сделать, потому что мы с вами разорвали это место просто в клочки, мелкие клочки. Ладно, друзья, ну что ж, побежали еще дальше веселиться. Я не знаю, что мы еще с вами тут можем поделать. В принципе, у меня есть много идей. Я хочу сейчас отправиться сначала на военную базу. Там кого-нибудь
помочить, просто нафиг уничтожить всю военку, реально, потому что это офигенно. И так, давайте мы сразу что выключим нафиг Never Wanted, потому что я хочу быть в розыске, потому что мы будем убивать всех вояк. Мы покажем, что такое суперсила Скорпиона, да. Покажем, что такое настоящий ад. Так, оп. Давай вот туда. Оп! Ни хрена себе! Офигеть! Чё, они серьезно? На тебе! Полетел отсюда! Так, ладно, ребятки, давайте-ка мы с вами отправимся. А, нет, давайте мы добежим. В принципе, сейчас я поставлю этот быстренько курсорчик на то место, да, на военочку, и мы сейчас с вами просто до туда нафиг допрыгаем. Вот так вот с разгончика. Оп! А вот так вот, да, он офигенно прыгает, как вы знаете. Ну, это еще осталось, собственно, с Халка, но Скорпион будет прыгать тоже офигенно. Я, кстати, друзья, не знаю, а у Скорпиона есть какие-нибудь из таких вот подобных суперспособностей, кроме как телепорта там различных, его приколюшек с мечами там и того подобного? Напишите в комментариях, если есть, мне просто будет очень интересно прочитать по этому поводу. Я, честно говоря, особо сильно в этом не шарю, потому что в Mortal Kombat я, к сожалению, полнейший дилетант. Но, ну, какие-то азы-то я знаю, конечно же, ребятки, но все равно мне бы хотелось узнать полную сущность этого мега-героя. Потому что, насколько я знаю, он офигенно сильный. Просто офигенно сильный. Так, ну что ж, я даже не знаю, ребятки, кто у нас выиграет в поединке, если я устрою поединок против Бамблби, например, или против кого-нибудь другого. Поэтому обязательно набираем нафиг эти 2000 лайков. Ребята, я думаю, для вас это будет очень-очень легко, ведь это настоящий батл будет. Просто офигенский батл. Так, ну-ка. Давай быстрее, Халк. Ой, Халк. Да, я уже по привычке Халк говорю. Ну, блин, реально, привык к этой системе прыжков уже просто. Ну, вырывается как-то, не знаю. Но это у нас Скорпион. Скорпион, извини, что тебя Халком назвал. Вы просто с Халком подобные такие же, да, два мега крутых здоровяка, которые пролетают полкарты с одного прыжка. Так что, я думаю, он не сильно на меня обижается. Так, ну что ж, мы уже почти с вами добежали, вроде как, выбегаем из Лос-Сантоса уже, в принципе, самого города, так что там скоро будет военка, давайте я вот так вот быстренько просто допрыгаю, интересно, получится? Да, получается, кстати. Вон военка, я ее вижу, давай, Скорпион! О, да, это офигенно, ребят, просто офигенно. Мне нравится реально эта моделька. Конечно, да, суть всего мода в модельке, ребят, но она реально шикардоская, просто реально слов нету. Так, ну-ка давай. Давай быстрее, Скорпион. Я хочу, чтобы ты прыгал быстрее. Так. Наверное, он так думает. Недостаточно злости. Хотя нет, у Скорпиона, наверное, нет никакой злости в плане вот ярости, да? Но все равно. Так. Оп. Вот так вот. И военочка, моя дорогая. А, стоп, я не то... Нет, Never Wanted. Все отлично. Ну-ка. Где у нас тут? А, не-не-не-не-не. Там эти машины сраные, которые я ненавижу. Нет. Это очень плохо. Так, где? Вот. У-у-у-у! Ни хрена себе, он херачит! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Пошел! Так, хватаем ее! Быстро хватаем! Давай! Где вертолет? Вертолет! Да твою мать! Иди сюда! Ты че выпрыгивает? Иди сюда! Вот так вот вам всем, козлы. Капец. Ох, танк. Давайте. Вот так вот. Ни хрена себе. Так, ну-ка, Скорпион, давай. Где? Блин, не смог. Давайте танк запустим. Я смогу? Блин, почти. Так. Так, тихо. Тихо. Да твою мать! Вы что так сильно херачите-то? Иди отсюда! Так, пошел. Давай. А, там танк жив! Ну-ка, давай, Скорпион. Так. Давай. Просто выносим. Вот так вот. Вот так вот. То, что и требовалось сделать. Да ты чё? Ну-ка. Пошел отсюда нахер! Ха, ни хрена себе наглый танк. Полетел нафиг. Так, меня, блин, убьют сейчас, если я не собью этот сраный вертолет боевой. Так, ну-ка. Я не могу его найти, ребятки. А, вот он. Да, я уже в шоке с него. Почти, блин. Так, ну-ка, давай еще раз, может, допрыгаю? Так, не-не, мне надо убегать, мне сейчас нафиг взорвут.
Так давай, 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 Скорпион, Скорпион, убегай, 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 тебе нужно восполнить силы. Так, поэтому мы сейчас с вами вот так вот тихонечко будем удирать. Так. Мы уже с вами недавно штурмовали эту сраную военную базу, только это у нас было с вами за этого. Собственно, когда, на этом, на мотоджете мы с вами, да, на мотоджете мы ее с вами выносили. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Я просто нафиг разрушил эту сраную военную базу. Так, о-о-о, вот так вот вам. Так, блин, они меня бесят, эти вертолеты. Да блин, почти ведь! Да твою мать! Сраные боевые вертики. Да какого хрена они издеваются? Вот! Вот! Взорвал. Я его уронил, вы посмотрите. Серьезно? А он жив? Блин, вот это обидно. Ладно. Ладно, хорошо, я понял. Так, ну-ка. Я так полагаю, мне нужно просто нацелиться, да? А, то есть, если я поднимаю какой-либо объект, мне... Ты что там кого сбрасываешь? Никого не сбрасывай. А уже сбросил. Ну-ка. Ребятули просто не знают, с кем столкнулись сейчас. Куда полез? Полез такой. Так, вертолет. Да твою мать. Нет, не успел. Ну блин, он же упал. Он же упал. Опять падает? Нет. Что-то он тут летает прям как бешеный. Так, давай, хватай его. Сейчас надо выкинуть вертолет. Где вертолеты? Капец, меня со всех сторон херачит. Воу! Во-во-во-во-во! Вот это да, вот это было круто. Так, еще. Еще сказал! Да нет, нет, не получилось, ладно. Надо это в людей вертолеты кидать. Ой, в людей вертолеты. Вертолеты людей надо кидать, точнее. Ух, нихера, он улетел. Так, ну-ка, иди сюда, иди сюда. Человек, давай. Так. Да, блин, промахнулся. Так, давай, машинка. Так. Вот он, вертолет. Во, задел! Ну, блин, чуть-чуть, чуть-чуть. Мне просто пофиг. Скорпион просто нахер бессмертный. Так. Да ё-моё. Вы смотрите, кровища во все стороны летит, а мы живы. Так. Ах, ладно, все, все, уходим, уходим отсюда. Нас тут явно не хотят видеть. Просто со всех стволов. Сколько же тут на нас натравили странных копов. Вы посмотрите на это, как они гонятся за нами. Просто не отстают. Ладно, все, нафиг отключаем этих сраных вояк. А им пофиг. Че, правда? А они еще не задеваются, когда прыгаешь там на них, да? Ну-ка. Еще разок. Давайте фуру возьмем. Так. Блин. Так, давай. Вот так вот. Ах, ладно, все, 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 уходим. Уходим, уходим. Давай, давай, Скорпион. Скорпион, беги. Тебя сейчас нафиг тут просто отмудохают, если мы не убежим. Так, тихо. Так. Надо быстренько, быстренько просто вот так вот спамить прыжок и уходить отсюда. Фух, как же жалко, что мы не можем переместиться в этот, в мир Скорпиона. Вот это очень обидно, я бы хотел. Ух, нихера. О, да, вот это круто. Так, давай вот так вот взлетаем тихонечко. И потихонечку уходим отсюда. У меня есть еще одна цель. Я хочу сразиться с поездом. Да, хочу уничтожить поезд. Мне интересно, получится, нет? Просто если получится, будет очень круто. Реально очень. Так, ну-ка. Так. Нет, 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 не туда. Тихо, аккуратненько, вот. Сейчас бежим вон туда. Я знаю одно офигенное депо, где, наверное, с очень большой вероятностью будет стоять поезд. И я думаю, что у Скорпиона получится сделать с ним что-нибудь нереальное. Так, аккуратненько. Так. Вот так вот. Так, тихо, тихо. Фух, блин, ребятки, у меня прямо сейчас захватило дыхание. Я уже предвкушаю, что мы сейчас с вами будем тут творить, и вы знаете, это будет круто, просто офигенно. Так, поезд, мне интересно, где же ты ходишь? Точнее, ездишь. Поезд же ездит, наверное, не ходит. Чё, несу-то я.
Так, надо нам с вами сразу же принести машину, потому что я хочу попробовать кинуть в поезд машину и посмотреть, что из этого получится. Все-таки Скорпион мощный, и надо будет что-нибудь запустить в этот поездок. Я надеюсь, что с поездом что-нибудь произойдет, потому что все-таки машина тоже не такая уж и легкая штука. Так, поезд едет? Нет, что-то не вижу. Что-то не едет? Нет, не едет ничего. Так, о, там люди бегают. Ну-ка, давайте-ка людей поиздеваемся над ними. Так. Куда вы там? Куда вы направились? Ну-ка. Людишки. Они исчезли? Они исчезли. Нет, они убежали. Ну ладно. Так, ну значит, ждем поезд. Я уже машинку опять просрал. Ну, потрясающе, конечно. Да, ничего не говорю. Там что-то взорвалось, кстати. Офигеть. Так, ну-ка. Так, надо... О, да, вот оно, что мне надо. Вот это мне нужно. Вот это я сейчас подниму и отнесу прямо на железную дорогу. Посмотрите, как ему тяжело это нести. Эта машина просто гигантских размеров. Я надеюсь, вы помните, как я делал обзор на этот огромнейший Хаммер. Просто гигантский. Так, я не вижу поезда. Так, ладно, ждем, ребятки, ждем. Я, в принципе, не гордый. Подождем немножечко. Надо пробежать вот так вот аккуратненько. Так, сюда. И, в принципе, он должен сам к нам приехать. Вон он! Серьезно! Просто появился из ниоткуда! Охрененно! Просто шикардос! И теперь... Лови! Вы серьезно? Что, простите? Просто снес его с рельс. Я просто его снес. Просто снес. Ребят. А им что, новую физику добавили? Подождите, у поезда новая физика? Или что это такое-то? Какого хрена я его скидываю? Вот так вот реально. Спокойно! Ребята, просто гигантский лайк за это. Вы видели, что произошло с этим поездом? Его просто разорвало на части из-за того, что я в него пульнул этот огромнейший Хаммер. Я реально не ожидал, что так получится. Просто давайте выкинем отсюда поезд. Просто на дорогу лети. Давай, дружище. Потом, когда приедут сюда уже полицейские, они подумают, какого реально хрена, просто выдрали вместе с рельсами этот поезд и выкинули на дорогу. Это знаете, как компенсации будет стоить? Это просто гигантских бабок. Ну все будут знать, что пришел сюда Скорпион и разорвал нахер этот поезд на части. Вот так вот, отлично. Ой, ребятули, я просто в шоке от этого мода. Реально, я просто реально сейчас наслаждаюсь. Надеюсь, вам понравился этот модик. Я, конечно же, сейчас еще выключу видео, немножко подожду, пока приедет следующий поезд, для того, чтобы попробовать с ним поделать еще чего-нибудь. Я хочу его поднять на полной скорости. Я думаю, Скорпион у нас сильный, и он справится с этой задачей. Поэтому, друзья, ждем совсем чуть-чуть. Так, ребятки, а вот и поезд. Да-да-да, он уже приехал, я тут немножко... Побродил рядом с ним, подумал, что мы с ним поделаем сейчас. Ну да, конечно же, я его попробую поднять на полной скорости. Я не знаю, получится у нас это сделать или нет. А может сзади начать? Ну просто сзади вагон один оторвайся какой-нибудь. Вот этот, например. Да стой, куда? Так, блин, он что, взорвется нафиг? О, блин! Да нет, я опять взорвал поезд. Да ну нафиг. Да твою мать, вы серьезно, просто... Вы посмотрите, он на дорогу реально вытекает, просто... Ну, не вытекает, точнее, просто вылетает. Давай, вот так вот сищу. Офигеть, ребятки, это просто супер. Второй поезд, мы с вами второй поезд уничтожили. Я не знаю, это нечто. Это просто нечто. Ладно. Ну, чё, как говорится, подождем третий, наверное. В принципе, это чё, я не гордый. Надо его просто взять с рельса. Я хочу на полной скорости это сделать. Я хочу, поэтому ждем. Ну что, друзья, я дождался поезда. И сейчас мы с вами попробуем что-нибудь с ним сделать. Так, не, поезд. Мы с тобой немножко подождем. Я хочу побегать. Хочу посмотреть на себя, какой это у нас длины. А, наверное, большой, кстати. Да, смотрите, достаточно большой. Ну и что ж, давайте сейчас мы с вами просто возьмем и содрем его с рельс. Да, возьмем вот так вот и выдрем нафиг. Так, ну-ка. Тихо, тихо,
Тихо, Скорпион, тихо. Не надо. Я знаю, что ты у нас любишь поломать поезда просто от своих прыжков. Поэтому нет. Тихонечко, аккуратненько. Так. Так, блин, я куда-то не туда выпрыгиваю. Так, тихо. Так, тихо. Вот так вот. Давай, 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 давай. Ах, блин, почти получилось. Допрыгнуть к вам не надо, то есть на железную дорогу. Но что-то немножко я все-таки скосил. Так, ну что ж, давай быстрее уже выпрыгивай сюда. Вот так вот. Вот. А, блин, опять. Так, тихо. Сейчас поезд, блин, у нас уедет уже, и все. Во-во-во-во-во, вот то, что мне нужно. Итак, на счет три. Раз, два, три. Воу! Я не смогу выдрать срез на ходу, но он просто врезался в меня и отлетел. Просто. Скорпион, это сила. Просто без разницы. Выдираем поезда вот так вот просто. Вот просто берем и сдираем. Ладно, ребятки. Ну что ж, давайте мы с вами закончим на этом. А продолжим уже на обзоре следующей модификации. Надеюсь, вам понравился сегодняшний мод. И мы наберем достаточно большое количество лайков. С вами был я, Жека Гост. Не забывайте подписаться на свои ролики, ставить лайки и писать комменты. Так, не забывайте добавляться в группу ВКонтакте, добавлять ее в избранное. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.